Сегодня, ребята, мы поговорим о географических открытиях, о тех, которые были раньше, которые происходят в наши дни и которые предвидятся в будущем. Конечно, мы поговорим не обо всех открытиях, а о немногих, о самых главных, быть может, потому что на эту тему написаны тысячи книг. Все мы знаем, что Земля — шар. Нам привычны очертания океанов, континентов, рек, озер, морей. Но ведь люди не сразу все это узнали. Вот взгляните, у меня старинная карта, составленная 300 лет назад. Она очень живописна. Но если вы посмотрите на нее внимательнее, то убедитесь, что эта карта очень малая, кое в чем похожа на наш глобус и карты мира. Ну, скажем так, то, что Земля — шар, 300 лет назад географы знали хорошо. И здесь показаны два полушария. Знали также очертания Африки. Хорошо знали Европу. А вот Азию знали только западную и южную. А уже о северо-восточной Азии никаких практически представлений у людей не было. Здесь большое белое пятно. И даже написано название «Океан». Нет Австралии. Вместо нее только отдельные контуры. И не поймешь, то ли это острова, то ли это кусок какого-то континента. И совершенно отсутствует Антарктида. Вот видите, таков был мир 300 лет назад. Причем самое интересное, что наша Сибирь, огромная территория, нарисована совершенно фантастически. А если мы посмотрим на более ранние карты, те, которые рисовали люди 1000 лет назад или даже чуть раньше, то на них мы вообще увидим самые фантастические очертания континентов и морей. Возникает такой непростой вопрос. Как же люди узнавали Землю? Как они открывали континенты, моря и океаны? Это было очень и очень давно. В те времена люди обитали на небольших сравнительно территориях в Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке. И вот с этих мест началось великое передвижение людей по планете. Они двинулись на север, в Европу, в Азию, перешли Берингов пролив и вышли в Америку. Это кажется очень странным, как люди, не имея кораблей, миновали такие огромные водные преграды. Но дело в том, что в те времена Земля выглядела иначе, не такой, как теперь. Вот на этих территориях, которые на карте затемнены, в то время располагались великие, огромные ледники. Эти ледники вобрали в себя так много воды, что мировой океан стал чуть мельче, чем теперь. Уровень его понизился, и обнажились те участки, которые сейчас покрыты морем. Ну, например, пролив, разделяющий Азию и Америку. Так вот, люди в те времена, благодаря вот этим великим ледникам, смогли перейти с одного континента на другой. Древние люди оставили нам интересные свидетельства о природе того времени. В пещерах они рисовали животных. Среди них многие животные, которые ныне вымерли, например, дикая лошадь, северный олень. И вы знаете, этот рисунок
сделан во Франции, то есть там, где теперь не только северная линия, сейчас там очень теплый климат, а в те времена, во времена ледниковой эпохи, в то время во Франции бродили северные олени, огромные стада, и было очень холодно. Вот видите, бизон, прекрасный рисунок, гравюра на камне. Еще бизон. Древние люди оставили нам рисунки мамонтов, шерстистых носорогов, которые сейчас тоже уже нигде на земле не встречаются. Таким образом, древние люди были не только открывателями земли, но и были географами, можно сказать, которые оставили нам рисунки, показывающие природу того времени. Потому что они не просто ходили по земле, но еще и старались понять эту землю. У нас, в России, был великий путешественник, который более 500 лет назад предпринял хождение за три моря. Вы, наверное, знаете, это был Афанасий Никитин. Человек очень интересный и удивительной судьбы. Вы знаете, он начал, конечно, как купец, и с караваном прошел на Кавказ, затем намеревался пройти в Индию, но обстоятельства ему не благоприятствовали, были набеги, его ограбили, и в конце концов он уже предпринимал свое путешествие по существу из любознательности, потому что никаких особых доходов он уже не мог приобрести в Индии. Его очень интересовала эта страна, страна, о которой в те времена, да и позже, рассказывали легенды. И вот Афанасий Никитин, он не только побывал там, но он оставил свои записи. Он очень обстоятельно и с большой любовью описывал природу Индии, непривычную для него, быт людей, их нравы, обычаи. Конечно, эти рассказы очень разные. В них иногда фантазия переплетается с реальностью. Иногда он пересказывает сказки. Ну вот, например, занятная сказка. Он говорит: обезьяны живут в лесу, и есть у них князь обезьянский. Ходит со своей ратью, и если их кто тронет, тогда они жалуются князю своему. И они, напав на город, дворы разрушают и людей побивают. А рать у них, говорят, весьма большая, и язык у них есть свой. Вот видите, это об обезьянах, которых, ну, в России, конечно, никто вообще не знал. Но, кроме того, Никитин рассказывает очень много о реальных природных богатствах Индии. Например, в Цейлоне родятся рубины, кристаллы, хрусталь, белый агат. В Каликуте родится перец, мускат, гвоздика, орехи, пальм и краска. В Гуджарате родится индиго и лак. Вот видите, он тут рассказывает еще об алмазах и говорит об их цене. Но, кроме того, он замечает о том, что сельские люди очень бедны, а бояре богаты и роскошны. И еще хотелось бы сказать, что Никитин постоянно в своих путешествиях вспоминает о родине. Его очень хорошо встречают в Индии. Он дружит с индусами, переговаривается, рассказывает, расспрашивает их о их родине, но всегда помнит о России. И, преодолев большие невзгоды, он в конце концов возвращается к себе на родину. Правда, не доходя до своей Твери, откуда он начал путешествие, он умер уже в Смоленске. Но свои записи он оставил, поэтому мы можем говорить о том, что это не просто было хождение за три моря, но это было географическое открытие для русского народа Индии. Открытие настоящее, потому что здесь рассказаны действительные события и рассказано о природе той страны, в которой побывал путешественник. А вы знаете, что сравнительно недавно, уже в нашем веке, произошло замечательное географическое, можно так сказать, открытие, причем открытие в Сахаре, и опять оно связано с рисунками древних людей, которые жили в Сахаре, вот видите, вот этих людей, которые оставили
Вот такие замечательные наскальные росписи. Иногда даже их называют росписями, похожих на инопланетян, пришельцев и так далее. Но на самом деле это просто жители Сахары 5-6 тысяч лет назад оставили вот такие рисунки животных. Ну, например, видите здесь жирафа, антилопы, носорог. Вот это какой-то непонятный тени-толкай. Но это уже фантазия. Или, например, целые стада крупного рогатого скота. Так вот, эти рисунки были удивительны потому, что в тех местах сейчас расстилается огромная пустыня, самая большая пустыня на Земле, пустыня Сахара. Оказывается, 5, 6, 7 тысяч лет назад этой пустыни, в таком виде, которая она сейчас, безводная, не было. В то время ее населяли люди. И вот эти рисунки свидетельствуют о том, как жили эти люди и какие животные водились в этой пустыне. Вы видите, оказывается, даже рисунки древних людей имеют иногда очень большое географическое значение. О всех путешествиях, конечно, рассказать просто невозможно. Люди открывали землю сообща, открывали тысячи людей, открывали разные страны. Но долгое время океаны оставались для них непреодолимыми преградами. И вот, чуть более 500 лет назад, люди стали осваивать океаны планеты. Когда мореплаватели от плаваний вокруг континентов, около суши, вдоль морских берегов перешли к освоению океанов, этот шаг был действительно героическим, потому что океаны в те времена казались не просто далекими какими-то морскими пустынями, но это были ужасные, неведомые просторы, просторы, в которых, как говорили иногда, вода где-то низвергается в адскую пропасть, или на юге там море кипит, и все люди сразу же чернеют. Предполагалось, что в те времена океаны заселены гигантскими и страшными существами. Вот одна из карт, которая показывает этих чудовищ, которые топят корабли. Так вот, этот страх, страх перед неведомым, людям надо было преодолеть. Поэтому мы говорим о великом подвиге Колумба, путешественника, который рискнул пересечь океан, Атлантический океан. О Колумбе написано очень много. И, конечно, все рассказать о нем просто невозможно, это целая книга. Но его самое главное открытие, которое, благодаря которому он вошел в историю, осталось для Колумба непонятым, и это очень интересный факт географический. Дело в том, что когда каравелла Колумба отправились три корабля в 1492 году из Испании на восток, великий мореплаватель предполагал, он знал, конечно, что Земля имеет форму шара, иначе бы он не отправился в это путешествие, но он предполагал, что Земля невелика по размерам, и что на Земле преобладают суша, а океаны занимают очень небольшие пространства. Он думал, что пересечь этот океан нетрудно, очень нетрудно, и таким путем он может добраться до Индии и Китая. Вот была его идея. Мы знаем, что, конечно, эта идея неверная, потому что теперь люди открыли Землю, измерили ее, оказался гигантский океан, который отделяет Америку от Азии. Но, повторяю, Колумб этого не знал. И он смело отправился в путь. Было, конечно, ему очень тяжело. Команда не верила в то, что можно пройти этот путь. Возникали бунты. Было, конечно, голодно и страшно, и сам Колумб все время не знал, куда он отправляется и что ждет его впереди. Но сила воли преодолела все преграды,
И вера в то, что он откроет новые земли, его, конечно, подвигало вот на этот подвиг. Когда Колумб после 33-дневного плавания впервые ступил на землю, земля эта его поразила. Свой первый открытый остров он назвал Сан-Сальвадор, Спаситель. Затем он побывал на Кубе, и все острова, на которые он ступал, казались ему прекрасны. Они действительно были, да и остаются в наше время, прекрасными. Богатая растительность, пенье птиц, пышные, самые разнообразные растения, которых в Европе, конечно, в те времена просто и не знали. Кроме того, население встречало Колумба очень доброжелательно. Но будем помнить, что все-таки не одна любознательность двигала путешественников на подвиги. Надо сказать честно, что многие из тех, кто отправлялся в дальние плавания, желали, в общем-то, разбогатеть, найти сказочные сокровища, добыть золото, которое, по легендам, скрывается где-то в Азии или на каких-то островах. Так вот, когда Колумб стал спрашивать об этом золоте, вначале он просто и не мог даже обнаружить следов его, но затем небольшие куски золота все-таки ему удалось добыть. И когда он привез их к себе в Испанию, то с той поры тысячи, или уж по крайней мере сотни искателей приключений и сокровищ стали снаряжаться в экспедиции в далекую страну, как тогда думали, в Азию. Началась, как сейчас называют, конкиста. Это, в общем-то, время достаточно страшное, потому что люди не только открывали новый континент, не только плавали вдоль берегов, не только смело вторгались вдаль, уходя сквозь дремучие леса, к рекам, неведомым и горам. Они искали золото. Они разрушали храмы, которые в то время стояли, остались, сохранились со времен очень древней и очень интересной цивилизации, которая существовала в Центральной Америке и в Южной Америке. Эти люди не знали никакой пощады к окружающим. Они считали все туземное население дикарями. Они их травили собаками. Они их нещадно убивали, мучили, обманывали. И вот это страшное время, конкиста, до сих пор остается кровавым пятном в истории географических открытий, потому что, оказывается, люди умеют не только открывать землю, но и разрушать ее. Разрушать и природу, и культуру тех народов, о которых они не имеют представления. И иногда и не желают иметь, потому что жажда богатства просто ослепляла этих людей. После Колумба началось уже постоянное, планомерное освоение этих земель, но главным образом земель, которые лежали в районе Южной Америки. Северная Америка оставалась в значительной мере неизвестной. Но, увы, так уж получилось, что Колумб не понял свое великое открытие. Я уже говорил, он считал, что открыл Азию. Поэтому вот такая, казалось бы, мелочь, а сыграла свою огромную роль в истории географии, потому что Америку все-таки называют не Колумбией, не страной Колумба, а Америкой по имени Америго Веспуччи, другого путешественника, который позже Колумба побывал в этих местах, в Южной Америке. Но он первый сказал, что открыта новая земля, открыт новый свет. И благодаря различным, в общем-то, я бы сказал, даже казусам историческим, каким-то случайностям, потихоньку ученые вдруг пришли к мысли, что именно Америго Веспуччи и был открывателем этой новой земли. Вот так появилось название Америка и вошло во все наши географические атласы. Но вы знаете, что в то время все-таки величайший океан планеты, Тихий океан, оставался совершенно неизученным и неизвестным европейцам. Больше того, то, что Земля шар, это было чисто теоретическое представление. А как же доказать, что она шар? Можно ли действительно добраться до Азии?
Вот на этот подвиг решился другой отважный мореплаватель эпохи географических открытий Магеллан. Человек замечательный, замечательный так же, как и Колумб, прежде всего своей убежденностью, своей верой в то, что можно совершить этот подвиг, своим упорством и желанием открыть неведомое. В самом начале путешествия Магеллан твердо сказал: «Если потребуется, будем есть кожу на реях». И действительно, как записал Пифагетто, летописец этой экспедиции, «чтобы не умереть с голоду, мы стали есть под конец куски кожи, который был обтянут рей на грот мачте. Побыв больше года под дождем и ветрами, кожа стала такой жесткой, что нам пришлось опускать ее на веревке в море и вымачивать в течение 3 или 5 дней, чтобы она размякла. Потом держали ее над огнем и ели. У них уже не оставалось даже сухарей». Пифагетто пишет: «это уже не хлебные сухари, а смесь пыли и мышиной мочи. Вода протухла, пить ее почти невозможно. Ловили крыс и продавали ее богатым офицерам обычно». Вот так проходило это путешествие. Когда впервые открылся Магеллану и его спутникам Великий океан за южной оконечностью Америки, этот океан показался им не только огромным, но и прекрасным, потому что их сопровождала в пути тихая погода. Они назвали этот океан Тихим. Когда они добрались до островов Азии, здесь у них начались, в общем-то, стычки, необязательные иногда, иногда просто случайные с местными жителями. И в конце концов, как мы знаем, Магеллан погиб в одной из таких столкновений. А его экспедиция трудным путем, опасаясь враждебных португальских кораблей, которые в те времена господствовали в этой части Индийского океана, все-таки вернулась к себе на родину. Путешествие, о которых мы сейчас сказали, Магеллана, оно оказалось историческим, потому что впервые люди доказали своими путешествиями, что Земля – шар, что размеры ее не так велики, как казалось когда-то, и в то же время не так уж малы, как думал Колумб. После Магеллана у нас не осталось неисследованных океанов на Земле. В середине XVIII века открытия географически переместились на южную часть земного шара. Там, где предполагалась огромная неведомая Земля. О ней думали раньше, ее иногда наносили на карты, но никто ее никогда еще не видел. Австралия открывалась постепенно голландским мореплавателем Тасманом, а затем великим английским мореплавателем Джемсом Куком, человеком очень интересным и необычайной судьбы. Он сын батрака, из бедной семьи. Сначала он служил во флоте, в английском флоте, служил без особого успеха, но со временем его познание в мореплавании, его смелость и находчивость обратили на себя внимание, он стал офицером, и затем ему даже доверили возглавить кругосветные путешествия. Джемс Кук совершил 2 кругосветных путешествия и погиб во время третьего. В стычке с местным населением островов, подобно Магеллану. У великого английского мореплавателя была одна заветная мечта. Ему очень хотелось обнаружить неведомую Южную Землю. Он несколько раз пытался достичь того материка, который мы сейчас называем Антарктиду, и которого в те времена еще люди не знали. Но каждый раз ему мешали тяжелые льды, бушующее море. И, наконец, он пришел к такому выводу. «Я обошел Южный океан на высоких широтах и неоспоримо отверг
возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания. Но в то же время, в те же самые годы, когда Кук пытался открыть эту неведомую южную землю, великий русский ученый Ломоносов сделал первый научный прогноз. Он впервые сказал о том, что большой континент должен все-таки существовать на южном, около южного полюса Земли. Вот как он писал. Вблизи Магелланского пролива и против мыса Добрые Надежды, около 53 градусов полуденной ширины, великие льды ходят. Почему сомневаться не должно, что в большом отдалении островы и матерая земля многими и нисходящими снегами покрыты, и что большая обширность земной поверхности около Южного полюса занята онами. И не случайно, и, видимо, какая-то очень большая справедливость географических открытий в том, что вот этот неведомый континент открыли впервые русские мореплаватели. В 1820 году русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев впервые подошли к берегам Южного материка, Антарктиды. Они открыли ту самую землю, которую мечтал открыть и так и не открыл Кук. Открытие Антарктиды продолжается и в наши дни. Здесь прежде всего работают исследователи. Они изучают льды Антарктиды, подледные озера, геологическое строение, климат, погоду. Здесь им работы много, и этот континент остается континентом науки и дружбы между людьми, учеными разных стран. Так значит, ребята, все главнейшие географические открытия уже сделаны. Земля открыта. Уже и нечего больше изучать географам. Нет, конечно. Вы знаете, что из космоса автоматические спутники и космонавты постоянно исследуют нашу планету. Но не только из космоса исследуют Землю. Постоянно бороздят моря и океаны корабли науки. Они изучают также климат и погоду. Но кроме того, много неведомого еще хранят океанские глубины. А на суше? Что остается изучать географам на суше? Оказывается, и здесь еще очень и очень много работы. Мы изменяем направление рек, создаем водохранилища, мы меняем всю природу Земли. И для того, чтобы эти изменения были к лучшему, чтобы наша Земля не скудела, чтобы она была по-прежнему цветущей и прекрасной, географы должны ее как следует знать. Знать, чтобы беречь. Беречь, чтобы лучше использовать ее богатство. Thank you.